Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст, и сегодня у нас Marvel Strike Force. Сегодняшнее видео будет посвящено последнему турниру и пока первому турниру в новом режиме 1 на 1. Хочется, естественно, вначале поблагодарить организаторов этого турнира. Это Фил Колсон, Учитель, Ронин, Наместник Бога и Рядовой Слива. Организация была на высшем уровне. Я думаю, каждый, кто принимал активное участие в этом турнире, кто, естественно, проводил, организовывал и кто участвовал, оценили весь этот формат. Думаю, каждому понравилось в отдельности. Есть, конечно, какие-то нужные корректировки именно от самих разработчиков, но в целом сама специфика турнира очень клевая. Поэтому надеюсь, друзья, что в следующем турнире будете принимать тоже участие. И турнир, естественно, будет расширяться и расширяться. И хочется, конечно, какую-то поддержку, в первую очередь, от самих разработчиков. Но вот и сами герои, первые победители первого турнира по MSF Rule PvP. В категории до миллиона победил Докт. В категории от 1 до 2 победил Брунгет. С 2 до 3 Джон Прозак. С 3 до 4 Ракета. С 4 до 5 VGame. С 5 до 6 Батчер. В категории, в которой я принимал участие, победил мой соклановец. Это Фил Колсон. Ну и 7-8, самая последняя замыкающая, самая жесткая по мощи, это Николас. Естественно, всех хочу их поздравить, очень клево отыграли и, соответственно, закономерно завоевали этот кубок. Очень много видео прислали игроки с самого турнира. Давайте посмотрим самые интересные моменты, которые были. Конечно, хотелось бы показать каждый бой в отдельности, но это слишком много будет по объему. Поэтому давайте посмотрим лучшие моменты. Вот такая вот получилась нарезка. Видео было очень много. Вырезал с каждого противостояния какой-то фрагмент, чтобы каждый участник, кто присылал, естественно, видео, мог увидеть себя в этой нарезке. Надеюсь, никого не пропустил. Если пропустил, то очень извиняюсь, потому что видео было много. Соответственно, хотел все это дело вмонтировать в один ролик. А как вам этот турнир? Напишите, естественно, в комментариях. Ну а с вами был Кирилл Сакаст. Всем удачи!